Решила я сегодня приготовить такое блюдо. Рыбы в лодочке из лаваша с сыром и грибами. Готовится это блюдо быстро. Очень вкусное, нежное и гармоничное. Нам нужны такие ингредиенты. Нарезаем лук полукольцами и грибы. Обжариваем на растительном масле. Соль, перец по вкусу и добавляем сметану или сливки. Тонкими полосками нарезаем рыбу и кладем в сковороду после лука и грибов. 2-3 минуты обжариваем. Можно добавить такие специи: тимьян, розмарин или прованские травы. Лаваш у меня с сыром, можно взять обычный. Разрезаем по месту его сгиба и режем на квадраты и делаем гармошку с двух сторон, закрепляем зубочистками. Получается вот такая лодочка. Наполняем лодочку грибами, рыбой, сверху кладем сыр, у меня камамбер. Ставим в духовку 180 градусов на 15 минут. Сыр расплавился, значит блюдо готово. Перекладываем на тарелку и подаем к столу. Очень вкусное, гармоничное блюдо, удобно его есть, не нужно никакого дополнительного гарнира. Всем приятного аппетита, доброго вечера или дня! Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, ставьте лайки. Сегодня пока-пока!